Всем привет, друзья! Мы в прошлом году, в декабре, закрыли купальный сезон свой. Потом его открыли в январе. Несколько раз купались потом в феврале. Пару разиков в марте искупались. Осталось добить только апрель. А мы это уже сделали. С Олей пару раз искупались. Ну а дальше в мае, можно сказать, сезон будет открыт для всех. Многие уже будут к этому делу подключаться. Водичка хорошая, она с каждым разом уже прогреваться начинает. По сайту посмотрели, она уже где-то 10 с небольшим градусов. И самый ее минимум здесь, в Батуми, был 9,6, по-моему. Ну, 9,5 градусов. Мы купались, это было в марте примерно. 9,5 градусов. Сейчас она уже 10,5, где-то на градус выросла. Хорошая такая водичка, можно проплыть, бодренькая. И, кстати, уже замечаем, не только мы, уже много людей видели. Тут недавно были в Кабулете. Ребята грузины, которые работали там рядом с лопатами, мы их сначала видели, там что-то копали, копали, видимо, ужарели. Тоже пришли, покупались. Так что дело такое, стоит только попробовать. А там может и понравится. Я вот сейчас два раза искупался, еще на разочек схожу точно. Охранник сидит. Он как-то не очень хочет сейчас купаться. Точнее, купаться он хочет, но он уже воду проверил и понял, что не той консистенции вода. Нет, это не Рио-де-Жанейро. А Оля тоже вот третий раз уже заходит. Ой, медуза, медузы появились. Ну, говорю, что вода радует, она с каждым разом все теплее и теплее. Март был холодный такой относительно. Апрель тоже большая часть такая дождливая была, но сейчас несколько дней уже хорошая вода, ой, хорошая погода вокруг. Уже ну пару-тройку дней было очень таких солнечных, хороших. Сегодня как раз такой один из дней, поэтому покупаться, попробовать как минимум можно. Ну или вот просто позагорать. Мы сегодня взяли палаточку, потому что здесь ветерок. Ну с палаточкой вообще удобно, можно переодеться. И в палаточке что хорошо, да, Оль? Там тепло. Там даже жарко. Вот сейчас вот мы покупались, в принципе, нам не холодно. Но если что, можно в палаточку закрыться и будет совсем-совсем тепло. Здесь вот гоню, кстати, смотрите. Убирают мусор. Подождите, я промазал где-то вот. И вообще набережную здесь уже они подделали. Везде поставили скамейки и урны на всей набережной. То есть процесс какой-то идет, облагораживание. Заезды там сделали. Заезды, заходы сделали, в том числе для инвалидов, колясочников. И людей с колясками, с детьми. Скорее всего, там насыпь какую-то еще отсыпают в той стороне. Либо стройка какая-то ожидается. Регион немножко развивается, это заметно. Все будет зависеть от того, как власти будут реагировать в дальнейшем на эту провокацию пандемийскую. Если они будут душить народ, то, конечно, ничего хорошего не будет. А если одумаются, то все будет хорошо. Ну, держи-ка, я тоже пойду искупаюсь. С каждым разом легче и легче. Первый раз заходишь немножко так вот прохладненько, буквально пару раз окунуться, выйти, сразу тепло на солнышке. А потом с каждым разом легче и легче, даже можно проплыть. Прям даже как будто теплая вода показалась. Конечно, он уже знает, что ожидает, и он уже говорит, да ладно, типа, давай. Первый раз сегодня, вот, да, медуза меня ждет. Первый раз сегодня заходил. Такое небольшое мандраже было. Я быстренько окунулся три раза, как обычно я делаю, и вышел. А сейчас уже, в принципе, можно спокойно так плавать. Уже этого нет, организм адаптировался, настроечки выставил правильные. И вот сейчас момент, когда выходишь, организм отдает кровь обратно, которую сначала так скучил, так кучку, согрел ее и возвращает уже теплую, горячую во все ткани обратно. И немножко покалывание такое легкое идет. Приятное. И когда сильного ветра нет и светит солнышко,
все очень хорошо и здорово. Так что мы, в принципе, рекомендуем попробовать. Попробуйте, ничего страшного в этом нет. А потом понравится, еще спасибо скажете. Водная гладь очень красивая сегодня. Практически штиль. Так что, в принципе, если быть немножко закаленным, в Батуми, в Грузии, можно купаться целый год круглогодично. И это радует, конечно же. И вот если возвращаться на родину, конечно, этого будет не хватать. Моржеванием заниматься нужно. В наших широтах только моржевание поможет. И при этом еще надо будет лед рубить. Нас это не будет, скорее всего, останавливать. Почему бы и нет? Попробовать надо это, раз уж мы на полпути к этому пришли. Тим, расскажи, почему ты отказался сегодня купаться? Ты считаешь, что холодно? Ты тянешь меня за руку. Знаете, что он делает? Он говорит, иди в палатку, посиди, погрейся и не приставай ко мне. Лишь бы я его не заставил купаться. Не хочет он сегодня. Не, на самом деле он, конечно же, хочет, но понимает, что вода еще холодная. К тому же недавно он немножко приболел, соплики были. Не хочет больше постужаться. Ну ладно, ребятки, мы все доложились вам, какие у нас дела. Мы все живы-здоровы. Продолжаем ждать сезона, какой он будет. Посмотрим, как это будет дальше развиваться. Пока особо веселых новостей нету. Везде зажимают, закрывают. Границы не хотят открывать. С разных сторон провокации идут. Большинство из них вы уже знаете, слышали. Ждем, посмотрим. Как говорится, поживем, увидим. Блин, давно видео не снимал, уже забыл даже, как правильно говорить. Размяк совсем, старый стал. Спасибо. Это коллеги. Это что?